Беру грибы, какие есть. Сегодня это грибы-маховики. Вот жарятся грибы-маховики. Были сырые, станут жареными. Лук, чеснок, соль и перец. Сейчас перчика подсыплю. На первый взгляд кажется, что это картошка. Но на самом деле это не картошка. Это у меня кабачок. И сейчас я буду продолжать жарить. Но под крышкой, конечно, тушить. Вот такое блюдо у меня сегодня будет. А картошка у меня варится на пару в мундире. Кабачок у нас пожарился. Очередь пришла за сыром. Засыпаю свои изделия сыром. Обязательно с какой-нибудь зеленью. Сейчас у меня зеленый лук. Но бывает, когда петрушка, когда укроп, что первое попадается под руку, то и пригодится. Вот так вот. Сейчас под крышку. И все будет готово. Кто любит сливки, сметану не обязательно в горячее класть. Ее в полуостывшие грибы кладут уже. Полуостывшее блюдо. Потому что сметана сворачивается. Вот. А можно сметанку с майонезом. Можно сливки. Но я не люблю. Мне и так подойдет все это. Вкусно будет. Я не люблю много жирностей всяких. Вот так вот хорошо. Ну вот, почти готово. Отлично. Выключу, и все будет окей. Все. Вот такая вот крупная облепиха. Но я уже часть ее взяла из этой миски. Буду делать желе. Желе ярко-желтое, такое красивое получается. Ну, это будет вечером, это будет не скоро. Снимать я его не буду. У меня очень много блюд желе всевозможных на каналах. Ну, просто показываю свои ягодки. На десерт будет у нас желе из облепихи. Облепиха замороженная, конечно. Прежде чем мы это съедим, блюдо, я его сниму на видео. Потому что я не каждый день готовлю такие шедевры. Вот такие вот шедевры. Это у меня заливное мясо. Там отварное мясо, морковь порезанная, зеленый горошек, брусничка, лучок, петрушечка. Всего понемножку. Вот такая красотень. Вот всем приятного аппетита. Всем пока-пока. И до встречи.